Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона в Одинцово. Работы осуществляются по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт в Подмосковье». На обновленном стадионе появятся дорожки для занятия легкой атлетикой, в том числе и площадки для прыжков в длину. Со стороны торцов будут установлены многофункциональные площадки, зона воркаутов и сооружена территория для занятия волейболом, баскетболом и футболом.